Вначале хочу сказать огромное спасибо всем этим людям. Вы, бляха, я так сейчас рад. Я пришел с универа. Блин, смотрю, у меня сотка. Я охренел просто. Короче, вот у меня телефон звонит. Да, видос начинается. Само приветствие и все дальше я уже записал вчера, поэтому сейчас я просто записываю уже это. Спасибо вам. Здорово, я тут себе недавно купил Rift S. Да, вот такой вот классный шлем. Мне он очень нравится, и сейчас будет немножечко футажей из того, как и мы пытались. Я пытался играть, я транслировал свою игру друзьям. Но, к сожалению, звук не будет таким хорошим, как сейчас, потому что, ну, на нем, ну, другой микрофон. Немножко хуже, а может и не немножко. Ну да. Так, вот сюда надо нажать, все. Так уже вроде получше. А я не могу его достать, потому что у меня там диван. О, а мне он не нужен. Ух, ни хрена. Как тебя перезаряжать? Чё? Как, Ого, это было опасно. А ты себя можешь убить, кстати? Вот ответ. Ну и куда же без битсейбера? Сейчас вы увидите мою первую игру. Погнали. Не-не-не-не-не, такое я не потяну. Давай на харде. Да. Ой, бляха. На цвет не посмотрел. А как? Ага, понял. Не. Один Денис сидит от окает. Осуждаю. Ни хрена, ты видел? Они тупо переставились в один момент. Блин, когда вот это вот делаешь, они вибрируют так, как будто бы у тебя рили какие-то сабли.
А вот я сыграл эту же карту только на следующий день. Твою мать, один раз ошибся. Рили. За что? Вот такой вот видос получился. В принципе, если вы хотите больше, допустим, Битсейбера, то вы пишите в комменты. Буду ждать.